держим курс на Мулинца. А что это за Мулинца такой? Тоже лачуга в руинах? Гром и молния. Вот так славный домик. Идемте. Тихо. Идете, капитан? Тин-тин, дай мне чертеж единорога, а? Идеально совпадает. Теперь мы знаем, где искать. Надень-ка вот это, прежде чем с бандитами болтать. Это разнообразит мой гардероб. Громаньёй! По кефилу! Браво, Тин-Тин! Эй, эй, не спать на работе! Сюда! Эй! Карпатский коконопряд! Что? Тысяча трусливых тюленей! Вот безмозглый брюклоголовый осел! Стой! Шарлатан! А вот этого я так и не понял. Что? Он там? Стой ты!
меня! Подожди! Капитан! Скорей! Ни звука! Ты здесь раньше был? Да, но не думал возвращаться. Идем! Вон, там! Так, а это что? И что нам теперь с этим делать? Кажется, знаю. Вернемся в морской зал. Для кого сделаны единороги? Для трех сыновей сэра Фрэнсиса. В наследство. Сходятся? Посмотрим. И... вуаля! И этот тоже. Вот и все три. Выровняй все три. Эврика! Поздравляю, Хедек! Ты сделал все за нас! Убрать чужаков из моего поместья раз и навсегда! Всех до единого! Браво, Тим-Тим! Что? Прекратите! А! Максим! Нестор! Сюда! Вы в порядке, капитан? Лучше не бывает! Длинноносый орангутан! Браво, Тим-Тим! Эй, что с тобой? Папа, руки вверх! Эй, сюда! Стой! Вы в порядке, капитан! Разбирай! Помоги!
Помогите, капитан! На помощь! Что? На помощь! Убирайтесь, идиоты! Сюда, он тоже здесь? Вперед, Тим-Тим! Капитан, вы в порядке? Нормально. Спасибо, Тин-Тин. Эда! Алан! Назад, Тин-Тин. Пора мне закончить старую историю или завершить то, что начал мой предок. Бабуин макроцефал! Тридахна! Их ты, Анчо! Респиратор! Пятикантропы! Криптоманы! Сокровище Красного Рекхема! Ты прав! Смотри, смотри! Тысяча сокровищ Красного Рекхема! Мы их нашли! Потрясающе! Изумруды, рубины, столько блестяшек! Чудесно! Тут что-то еще! Что это, капитан? Какой-то документ! За подписью короля? Я, Людовик XIV, желая наградить нашего верного и славного рыцаря Фрэнсиса Хэдека за его бесстрашную службу стране... Его бесстрашную службу? Настоящим дарую ему и его потомкам замок Мулинсар! Что значит... Все это мое.
Что там? Посмотрим. Тут! Прекратите! Вы арестованы! Точнее, стойте на месте! Вы задержаны! Вы кто? Я Томпсон! Я Томпсон! Мы из полиции! Господа, нет необходимости! Он владелец замка! Руки прочь, тетраподы! Да это же наш юный друг, Тин-Тин! Точнее, Тин-Тин, юный репортер! Что вы тут делаете? Нам поступил вызов! Выстрелы, сигнализация... Точнее, поступили выстрелы и вызвали сигнализацию. Это дом капитана. Он храбрый и честный человек. Ему можно довериться. Спасибо. Ладно, все за нами. Позже разберемся. У меня вода опять в ушах. Или ты сказал, ему можно довериться? Точнее, да, капитан. Вы друг. Quand il fait beau, je fais le beau. C'est rigolo quand je te fais l'idiot. Ça te fait marrer qu'avec mon chapeau je te fasse le coup de Roméo. Je fais le beau quand il le fait beau, à Macao ou bien Bilbao. Mais ton sourire me manque à mourir, toi que j'aimais éblouir. Quand il fait beau, je fais le beau. Quand il fait lait, je bois du lait. Si je le bois, c'est pour t'oublier, toi que j'aimais écrémer. Quand il fait chaud, je fais le gogo. Quand il fait froid, me mords les doigts. Car t'es plus là pour me réchauffer, t'as préféré me quitter. Qu'est-ce qu'il est laid, ton nouveau fiancé, quand monsieur conduit son cabriolet. Chevaux ronflants dans sa belle auto, cheveux au vent, je fais du vélo. Je fais le beau, mais j'ai bobo, la 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 la. À Macao, à Bilbao, moi ça me fait un beau. C'est la fille d'un roi. C'est la fille d'un roi. C'est...
Je ris de me voir si belle en ces miroirs. Ah, je ris de me voir si belle en ces miroirs. Et c'est toi, Marguerite. Et c'est toi, réponds vite. Oh, s'il était ici. Трепангом! Гром и молния! Ты мне это хотел показать?
Вижу, у вас единорог. Замок Мулинсар. Капитан! Да что тебе надо от меня? Держи! Thank you.
жалкие черви!